Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. За годы деятельности на YouTube я успел рассказать вам уже про огромное количество блокчейн-проектов, токены которых приносили своим инвесторам большую прибыль. И если раньше у инвесторов не было особых вариантов и покупать токены до листинга можно было только в ходе рискованных ICO, то сейчас тенденция изменилась. Большинство популярных и прибыльных распродаж теперь проводится на специализированных платформах лаунчпадах, про один из которых я и хочу рассказать вам в моем сегодняшнем видео, а именно про лаунчпад CDeFi. На данный момент он считается одной из самых прибыльных платформ для запуска токенов. Прибыльный именно для инвесторов, причем это не просто голословные заявления, а информация, подкрепленная статистикой. На CDeFi было запущено уже более 30 проектов. По большей части это были токены из Play to Earn игр и метавселенных. В среднем они приносили своим инвесторам по 40 иксов прибыли. И наверняка про многие громкие распродажи с лаунчпада CDeFi вы знаете и без меня. Например, токены Block от метавселенной Blocktopia, которые принесли инвесторам 700 с лишним иксов. Или токены от игровых проектов CryoWar, Sidus и Good Game Guild, цена которых после листинга взлетела на более чем 100 иксов. И даже сейчас, когда крипторынок является нестабильным и цены многих криптовалют валятся вниз, токены с распродаж CDeFi все равно чаще всего иксуют, принося прибыль своим инвесторам. Но помимо прямого участия в распродажах на CDeFi можно зарабатывать и другими способами. Например, у лаунчпада имеется возможность получать пассивный доход за стейкинг их токенов S-Fund. Сольный стейкинг данного актива приносит от 5 до 75%, а фарминг в паре с BNB и вовсе 150% годовых. И помимо того, что стейкеры S-Fund получают тиры для участия в IGO распродажах на лаунчпаде CDeFi, в скором времени S-Fund приобретут еще большую ценность. Ведь недавно команда CDeFi объявила о запуске нового проекта CDeFi NFT Space. Это NFT Marketplace, на котором будут продаваться незаменяемые токены из метавселенных и Play to Earn игр. На данном маркетплейсе NFT токены можно будет покупать как на вторичном рынке, так и участвовать в первоначальных размещениях, выигрывать токены в аирдропах или даже участвовать в краунфинансировании молодых авторов. А для получения локаций на предварительные IPO распродажи на CDeFi NFT Space инвесторам также понадобится тир, который выдается за стейкинг токенов S-Fund. Но даже это еще не все, ведь у платформы CDeFi NFT Space будет иметься и собственный токен SNFTS. Он будет использоваться в основном для снижения комиссий и повышения шансов рандомного выпадения NFT. Но также он будет открывать и некоторые другие привилегии. И получить раньше остальных пользователей токены SNFTS смогут как раз таки стейкеры CDeFi. У SNFTS не будет предварительной распродажи. Вместо этого команда CDeFi распределит новые токены в ходе масштабного аирдропа. Его получателями будут в первую очередь стейкеры S-Fund. Определяться они будут в течение 5 снапшотов кошельков, которые пройдут в течение февраля. Так что если вы застейкаете S-Fund до конца месяца, то еще успеете получить дроп токенов SNFTS. Но помимо этого, шанс получить новые токены от CDeFi будет и у пользователей маркетплейса OpenSea, а также у обладателей некоторых популярных NFT коллекций, вроде Doodles, Bored Up Watch Club и так далее. Таким образом, команда CDeFi NFT Space хочет охватить максимально приближенную к NFT аудиторию, чтобы передать новые токены наиболее заинтересованным и активным инвесторам, а не просто случайным людям. И лично мне кажется, что все эти новости о запуске CDeFi NFT Space, а также непрекращающиеся распродажи на лаунчпаде CDeFi должны будут положительно сказаться на цене токенов S-Fund,
которая сейчас как раз находится на просадке после жесткой коррекции всего крипторынка. Но, разумеется, это не призыв к инвестированию, а только мое субъективное мнение. И если вы соберетесь покупать токены S-Fund и участвовать в распродажах CDFi, то перед этим обязательно проведите собственное исследование и постарайтесь учесть все риски. Ну а если у вас возникнут какие-то вопросы относительно лаунчпада CDFi, то ответы на них вы сможете узнать в их русскоязычном телеграме, ссылочку на который я оставлю в описании под этим видео. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!